Всем здорово, ребят. Ну что, открылась Тайванька, открылся шарик. Я тут бегаю в код и уже немножко забиваю на битву замков. В общем, открылся новый шар, и мы сейчас посмотрим награды. О, ничего себе! Интересно, интересно, что у нас сегодня такого будет хорошего здесь. Смотрим. Так, ну здесь ничего не поменяли. Скины на здание, скин на триф. Да вы что, угораете? Как, честно скажу, хрень. Вот, не знаю, вот скины здания, ну ладно, для без доната там соберут они один раз хоть один осколок. Ну блин, дайте лучше два скина каких-то толковых и один просто скин на здание, там не знаю. Вот это вот, это вообще просто хрень. Нафига вот это пихать эти расходники сюда, если эти расходники... По сути, можно и так получить. Но вот это, конечно, круто, то, что можно хоть как-то немножко собрать еще дополнительно. Пусть будет. Это терпимо, скажем так. То есть это нормально. Но, блин, камон, вот это вот пихать в награды шарика, это за 2-3 дня вот фармится вот это все. В КБшке причем. Ну, не знаю. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ну, как по мне, это реально дичь. Так, смотрим обмен героев. Карты пропусков. Херня. Тратить 20 кгшек ради 5 пропусков на локацию, которую ты не ходишь. Полная хрень. Вот реально. Вот. Не нравится. Вот это вот еще, да. Вот это куда ни шло, можно словить мутанта. Я показывал, как мутанта ловить. Это согласен, но тут тоже 200. 200, ребят. Камон, без донаты где возьмут 200 таких слизней? Они, ну, смотря, конечно, какой сервер, если прокачаны, но нормальные не будут этого. Еще 500 коробок. Да это полная жесть, это трэш. Ну, вы угораете, 5000 самоцветов. Ну, я понимаю, что там попытка словить его, прокачать, словить повторки, ну, оно того не стоит, реально. В общем, IGG, вы реально меня разочаровали в очередной раз. Вот такой вот шарик, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите новых видосиков. Завтра будет очень много полезного. Всем удачи, всем пока.